Все образовательные организации Югры готовы к новому учебному году. Тему обсудили на постоянной комиссии Совета по развитию местного самоуправления. Заседание провела глава региона Наталья Комарова. Подготовка учебных заведений включала выполнение санитарных норм, совершенствование организации питания, обеспечение комплексной безопасности, а также готовность к зиме. Проверку прошли все образовательные учреждения округа, а именно 755 организаций, предъявленных к приемке. В сводном докладе по территориям глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин отметил, что в этом году за парты сядут 28 720 первоклассников. Инфраструктурное обеспечение сферы образования за счет строительства новых современных школ обеспечит высокое качество общего образования в соответствии с перспективными задачами развития автономного округа в рамках национального проекта образования. До конца 2024 года будет построено 14 школ и еще две реконструированы.